Это висячая долина, называется Туалумны Медус, то есть луга Туалумны. Они на высоте вообще близко уже к 3 километрам, вот вдруг так все выполаживается, даже слегка приболочено, наверное. Там горы. Горы по-прежнему почти бесснежные, вот где-то вроде бы там какой-то клочок снега угадывается. Ну, в общем, в конце лета, конечно, снега много не будет. Вот эти, как они называются, lodgepole pines, с которых индейцы строили себе жилище.